Турмалины лагуны практически никому не известны. Даже именитые бренды не могут представить себе блестящие коллекции с лагунами. Это неудивительно, потому что турмалин лагун практически невозможно достать. Это одна из тех загадочных редкостей, за которые в буквальном смысле охотятся дилеры и коллекционеры. Мне повезло, потому что я познакомилась с дилером, который вхож в мир ближневосточных воротил драгоценных камней. И сейчас он привез мне для изучения небольшую коллекцию лагунов из Афганистана. В коллекции, которую вы увидите в этом видео, есть лагуны большой каратности, а также лагуны небольшие, весом всего лишь до 1 карата. Объединяет их всех то, что эти камни высочайшего качества по цвету и чистоте. Меня очень радует, что турмалины лагуны не переоценены, как, например, турмалин Параиба. Хотя лагуны обладают похожей на Параиба неоновостью, и при этом лагуны не облагораживают нагреванием. Словом, подлинная, первородная красота природы, которую можно получить в свои руки. Всем привет! С вами гемолог Ольга Меликян. Вы на канале о драгоценных камнях Gemstones. Я расставила камни в случайном порядке. Рекомендую досмотреть подборку до конца. Вы увидите разнообразие лагунов и по весу, и по цвету, и по огранкам. Все камни имеют международные гемологические сертификаты. В видео я их не показываю, чтобы не было скучно, но с удовольствием все покажу в личной переписке WhatsApp. Номер вы видите сейчас внизу. Приятного просмотра!